2014 год – юбилейный для студотрядовского движения. 55 лет российским студенческим отрядам, 50 лет Омскому движению, организация, объединяющая все отряды России, 10 лет. В связи с этим в региональном правительстве состоялось расширенное заседание штаба Омского областного студенческого отряда с участием губернатора Виктора Назарова. Вместе с главой региона студенты обсудили итоги прошедшего трудового семестра и наметили планы на будущий сезон. Губернатор отметил важность работы студенческого движения. Я вижу, насколько важна эта работа сегодня. И то распоряжение, которое было подготовлено в апреле 2013 года, оно было на контроле. Практически все пункты распоряжения были исполнены. Мы проводим встречу уже второй раз. Это действительно важное событие в развитии движения студенческих отрядов. Очень позитивное отношение первых лиц и города, и главной области к нашему движению позволяет нам двигаться вперед и завоевывать те позиции, которые мы сегодня имеем. Омский областной студенческий отряд сегодня насчитывает более 4000 бойцов. Самые многочисленные – педагогические, отряды проводников и строителей. И здесь омичи в лидерах. За 6 лет работы на Всероссийской студенческой стройке Сочи стали передовиками по численности. Среди первых они оказались и в сервисном обслуживании тестовых соревнований на объектах Олимпиады. После окончания Олимпийской стройки омский отряд готов к новым задачам. Отдадим одну из знаковых строек, это у нас рампа 300-летия, либо строительство поликлиники на Московке, либо строительство театра «Галерка». У нас на сегодня уже есть проект, это строительство малоэтажного жилья, это в рамках расселения ветхого аварийного, и через фонд жилища, это областная программа, тоже площадка на Московке, которая будет строиться, очень серьезный объем многоэтажного жилья. Поэтому, конечно же, мы туда обязательно в этом году будем привлекать именно вот студенческие строительные отряды. В планах штаба на будущий сезон – увеличение численности бойцов. Для этого Министерство по делам молодежи формирует перечень предприятий и квоты для студенческих отрядов. Популяризации движения послужат и мероприятия по празднованию 50-летия Омского движения.